Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Внимание! Материал для зрителей старше 18 лет. Вот ведьма, прозвавшая себя богиней! Вяжем ее! Вяжем ее в болото! Кто разрешил тебе красить волосы в синий цвет? Самозванка! 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 Самозванка, как вы убегает! Эй, подожди! Так, Даркнесс, это тот редкий случай, когда ты можешь оказаться полезной. Что значит редкий? Я вообще-то часто бываю полезной. Эй, эй, не толкай меня! Что ты собрался делать? Внемлите мне! Как думаете, кто сейчас стоит перед вами? Перед вами дочь семьи Дастинес! Дастинес Форла Латина! Давайте, госпожа, прекрати. Покажите им герб своей семьи! Слышь, госпожа, ну не беси меня! Казма, держи ее как следует! Даркнесс, харе дрыгаться! Виз, быстрее! Виз, давай быстрее! Госпожа, прости меня, Даркнесс! Прости, извини! Ребята, прекратите! Я не могу разбрасываться именем своей семьи, как... Нет! Настоящий! Простите, что не поверили вам. Один гемор от тебя. Нам тебя кем, буржуйкой считать или нашим товарищем? Ты уж определись. Нет от меня гемора. И вообще, Казма, ты моложе меня. Это же... Пошли вы в жопу! В аду я видел вашу чистоту. Тот бедняга. Кажется, будто он в источнике утопиться собрался. Ему не слабо досталось от церкви Аксис. Не надо! Не делай глупостей! Ой, ну, вы те самые приезжие. Знаете, эти источники лечат от артрита, радикулита, импотенции, геморроя, задротства, кривых рук и голоса сигнализации. Ради этих источников сюда люди со всего мира съезжаются. Так что вам... Если правильно помню, вы слизь-мутант-смертояд, верно? Неужели вы здесь для того, чтобы отравить источники воды? Слизь? Смертоносная слизь? Эй, мистер Ханс, почему вы меня игнорируете? Это я, Виз. Что вам надо, я вас не знаю. Виз, кажется, нашим договором было, ты продолжаешь поддерживать барьер, не помогаешь нам, но и на пути вставать не будешь. То есть придерживаешься нейтралитета, верно? Так почему ты мне помешала? Что? Я как-то помешала? Мы так давно не виделись, я просто хотела с вами поздороваться. Этим ты все и изгадила. Слышь, мразь, знаешь, что я пережила из-за тебя? Машь жопу вазелином. За дело, партнер. Сосай, кудасай. Замолчи. Че это слабейший монстр слизь тут раскудахталась? Смертояд лишь значит, что у тебя есть ядовитые атаки, но Аква может запросто исцелить нас. Мы тебе не продуем. Меня зовут Ханс. Я командир армии Владыки Тьмы. Ханс Слизь Смертояд. Чего? Командир армии Сатаны? Ханс первый среди всех генералов Владыки Тьмы. Он очень силен. Смотрите в оба. Эй, слизи ведь слабые. Нам нечего бояться. Где ты услышал такую глупость? Слизи очень опасные противники. Физические атаки не наносят им никакого вреда. А если они тебя поймали, считай, ты уже труп. Они обсосут тебя до костей или задушат до смерти. Машу, вать, Абасака! Мало того, его яд может отравить все источники в городе. Одно прикосновение к яду, и тебе конец. Мгновенная смерть? Да все путем, Казума. Если помрем, я тебя воскрешу. Только не дай себя съесть. Жидкую пюрешку мне назад не вернуть. Атакуйте, если киш. Простите, пожалуйста, нас бес попутал. Эй, ты почему убегаешь? Дура тупая, шевели жопой! Дерьмо, говно, отстой! Он худший из всех возможных противников! Слизь! Я так хотела с ней! Даркнесс, от такой даже ты помрешь! Мать твою! Убьем демонов! Повергнем владыку тьмы! Давай уже забьем на главный источник. Кому нафиг сдался этот культ Аксис? Ты что, блин, несешь? Так, церковь Аксис в этом городе разорится! А что в этом плохого? Пожалуйста, прекратите обижать Акву. Закончу с источником, сразу свалю из этого города. Наконец-то этому городу с ебаными жителями придет конец! Я отлично понимаю твои чувства. Ну, кстати, а что стало с настоящим смотрителем? Я его сожрал. Что? Что ты сейчас? Сказал же, сожрал его. Таков инстинкт слизи, поедать живых. Добрый старик ничем не заслужил такого конца. Виз такая страшная. Какая прекрасная слизь.
Я впечатлена. Не будь она ядовитой, взяла бы такую себе домой. У тебя одна порнуха в мозгу. Все назад. Тут опасно. Не командуй тут, еретичка церкви Эрис. Злая безбожница. Мегумин, готовься поджарить ему жопу. Жди команды. Мне правда можно? Иду готовиться. Топовый рейд-босс на горячих источниках появился. Боже, этот мир что, совсем не сбалансирован? Грудь Эрис — это подкладки! Божественный! Расинган! Чокнутая богиня, которой поклоняются эти фанатики! Неужели это ты? Ребята, с возвращением! Итак, Мегумин, сегодня мы точно сразимся! Ты ведь нас тут каждый день ждала! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, неправда! Я просто мимо проходила! Прости, если